Вы смотрите новости онлайн. Алексей Панин влюбился. По крайней мере, именно так считают его подписчики. Вывод был сделан после того, как Алексей опубликовал в Instagram серию фотографий из клиники, куда он ходит на особую процедуру для борьбы с морщинами. Процедура называется лазерная шлифовка. И проводит ее некая Татьяна, с которой так любит фотографироваться Алексей. Панин не просто выкладывает фото, но и пишет особые комментарии. «Моя Таня – самая лучшая!» А на последнем фото и вовсе девушка стоит с букетом роз, который ей подарил актер. Сам же Панин влюбленными глазами смотрит на Татьяну. Или все дело в чувстве глубокой благодарности за процедуру омоложения? А может, Алексей специально выкладывает подобные фото, чтобы подогреть ситуацию вокруг своей персоны? Подписчики Алексея подметили, что процедуры омоложения пошли действительно ему на пользу. Актер также подстригся и теперь действительно может пойти в школу, как он написал под одной из своих фотографий в Instagram. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!